Всем привет! В этом видео я покажу, как наложить текстуру на текст. Итак, открываем фоновую фотографию. Открыть. И тут у меня фоновая фотография под единичкой. Далее открываем картинку для текстуры. У меня будет огонь. Переключаемся на основную фотографию и пишем текст. Нажимаем галочку «Готово». Нажимаем «Перемещение». Перемещаем наш текст по центру. Переходим на картинку для текстуры, а это в данном случае огонь. Перешли, нажимаем перемещение и перемещаем наш огонь на основную фотографию. Готово. Так, огонь пока убираем. Редактирование нажимаем. Свободное трансформирование. И подгоняем нашу картинку под буквы. Ну, примерно где-то вот так вот. Нажимаем ОК. Далее зажимаем левую кнопку Ctrl. И вот здесь вот на букву Т нажимаем левой кнопкой мыши. И у нас появилось наше слово. Нажимаем на инструмент прямоугольник. Подводим курсор на слова. И нажимаем правой кнопкой мыши. И нажимаем «Скопировать на новый слой». Отлично. Теперь первый слой мы можем удалить, вот этот вот. Он нам больше не нужен. И вот у нас получилось текст. Далее мы объединяем слой с текстом. Нажимаем правой кнопкой мыши «Объединить слоя». Далее нажимаем «Перемещение». И все готово, ребята. Мы можем его куда, в любое место перемещать. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо.